Проект «Удивительные люди» доказывает, возможно, все. В нашей студии человек-ищейка Александр Трифонов. Приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр Трифонов утверждает, что может опознать принадлежность вещи по запаху. Так ли это? Узнаем прямо сейчас. Начинаем испытание. Александру предстоит по запаху опознать вещи наших гостей. Но для этого он должен понять, чем они пахнут. Прошу вас. Я хочу определить вашу ароматическую ауру, если так назовем. Здравствуйте. Очень приятно. Позвольте вашу руку. Очаровательно. Очень приятно, Евгений. Приветствую. Наталья. Очень женственно. Спасибо. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Василий очень строг и практически ничем не пахнет. Я знаю, почему Василий пахнет наукой. Бывает. Все, достаточно? Да, достаточно, спасибо. Присаживайтесь. Александр, прошу, займите место теперь в этом кресле. Я попрошу завязать Александру глаза, просто для того, чтобы он не видел наши дальнейшие манипуляции. Теперь каждый из наших гостей кладет в этот футляр какой-то свой собственный предмет, ну, по выбору. Прошу вас, без лишних слов. Все, положили? Отлично. Что теперь будет происходить? Мы будем открывать футляры и предлагать Александру определить, кому этот футляр нужно вернуть. Александр по-прежнему не будет видеть, что это за предмет. Все это будет происходить вслепую. Итак, начинаем испытание. Первый футляр. Я прошу отнести этот предмет Василию. Василию, пока, пожалуйста, не открывайте их. Второй предмет. Прошу передать эту коробочку Наталье. Наталье, прекрасно. Третья коробка. Спасибо. Я думаю, то, что здесь находится, принадлежит Евгению. И четвертая коробка. Знаете, я предполагаю, что все-таки я ошибся в предыдущем случае. Я думаю, что вот этот предмет принадлежит Евгению. А предыдущий кому дадим? Предыдущий, соответственно, я думаю, принадлежит Ольге. Снимайте, пожалуйста, повязку, Александр. Давайте проверим, насколько правильно человек-ищейка раздал футляры. Василий, прошу вас, откройте ваш футляр. Все верно. Это ваши часы. Прекрасно, прекрасно. Первое совпадение. Наталья, прошу вас. Это мое. Это действительно, это пояс Натальи. Евгений, ну открывайте, прошу вас. Мое. Это часы. Это, ну понятно, дальше помада у Оли. Вот так, аплодисменты Александру. Аплодисменты вам, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это проект, раздвигающий рамки привычного. Удивительные люди, мы продолжаем.